Всем привет, вы на канале Дириплей Влог, с вами Диана и... Джесси, ты снимаешься? И вот, Джессика. Джессика, скажи привет. Ну, короче, я почитала так комментарии и поняла, что всем интересно, как выглядит моя комната. То есть, ром-тур по моей комнате. Моя комната выглядит вот так. И даже двери нету. Прекрасно, да? Ладно, давайте-ка, будь там мы гости, и мы приходим в мою комнату. Ты со мной, Джесси? Ля-ля-ля-ля-ля-ля-ля. О, наверное, это зал. Нет, это комната. Да. Почему у меня тут стоит гладилка и утюг, не спрашивайте, я гладила шорты. Годный контент, да? Ну, короче, вот так вот заходим. Первое, что мы видим, это вот эту вот полку. Я рассказывала, что на ней есть, но почему-то тут опять срач, и я тогда убирала. Стол, между прочим, вот я читаю... Что это такое? Шекспира, да. Вот так вот я читаю. Не, мы не снимали с ним скетч. И он тут не остался. Не-не-не. Вы что, вы ошибаетесь? Да, я на самом деле читаю. Ладно, шутка. Я спрашивала вчера у мамы, зачем нам вот этот вот Шекспир. Мама сказала, что для съемок. Ну, хай лежит. Компьютер, принтер. Вот тут вот наклеечки, вот тут вот срач. Это вообще мега важно, на самом деле. Тут реально все важно. Здесь голова куклы, вот тут в пенале. С нитками. Вот здесь вот просто краска, тут мусорник, пенал, какая-то дичь, еще какая-то дичь и колонка. Прекрасно, да? Go дальше. Моя кровать. Я, кстати, отдерла вот тут вот наклеечки, потому что они мне надоели. Пледом я почти никогда ничего не закрываю, он просто так вот лежит. Я, знаете, как сегодня спала? Сейчас покажу. У нас на улице очень жарко. Я вчера не могла долго заснуть. Я крутилась. Сначала спала вот так. Но спала вот так. Потом еще как. Ну и в итоге в конечном... Знаете, как я заснула? Вот так. Прекрасно, да? Я тоже так думаю. Под утро я уже укрылась. Так вот эти яблочко. Все. Джессин, а ты свою комнату покажешь? Пойдем, идем. Где карабуш? Карабуш, иди. Покажи свою карабуш. В общем, это царство Джессики. Покажи, где ты живешь. Вот там, да. Правда, жопой в камеру. Давай сделай там красиво, поубирайся. А-а-а. Игрушечка. Ну, короче, здесь у нее стоит карабуш. Она стояла у меня на кровати, но я ее скидывала постоянно. Поэтому она опять вернулась на свое законное место. Что, Джесси, ты с игрушечкой, да? Да? С канатиком? А, кстати, вот диван. Где я, как правило, валяюсь. Джессика вообще спит. Вкусная игрушечка. Светильник. Софит называется. Окно. Тут у меня на окне стоит мощная сова и медведь. И Wi-Fi роутер. И наушники. А вот тут вот мое трюмо. Я опять не выключила свет. Выключаем. Красота. Но здесь, как всегда, я уже показывала, что находится на моем трюмо. Вот так буду шатать, чтобы ничего не видно было. Шутка, просто потом можете посмотреть видео, посмотреть, что у меня там на трюмо. Получается, в моей комнате все. А вот мячик лежит. Эпично. И все. Кстати, возможно, у кого-то есть вопрос, а как же зал? Когда приходят гости, я беру, просто застеляю свою кровать, притаскиваю мой белый стол вон туда, и там сидим, и все. Но, как правило, вообще все взрослые идут на кухню, и там сидят. И если мы хотим поиграть в мафию, например, просто садимся или разлаживаем диван, или кто-то садится типа вот так по периметру и на мою кровать. Я не против, у меня кровать застелена. В принципе, когда она застелена, выглядит как еще одна, типа, еще один диванчик, не знаю, как сказать. Поэтому все хорошо, у нас есть зал, у нас есть кухня, там тоже можно посидеть, по секрету скажу. Ну, а еще у меня там подкопилось немного прикольненьких вопросиков, и я решила ответить.
Первый вопросик. Диана, в каком классе ты получила первую двойку? В первом классе я получила свою первую двойку, потому что у меня была такая учительница, которая ставила в любом случае и двойки, и ей было по барабану. Во сколько лет у тебя выпал первый молочный зуб? Ну, как сказать, выпал? Мне его вырвали, потому что у меня первые вот эти передние зубы даже не шатались, а сзади росли новые. Поэтому меня отвели в стоматологии, вырвали мне зуб. Я была такая счастливая. Мне ничего не купили. Потом, потому что я ревела, не хотела ничего делать. И вот. Сколько лет канал Дили Плей Влог? На самом деле Дили Плей Влог уже где-то существует 2-3 года. Ну, то есть давно. С самого начала на нем летсплеили моя мама и моя сестричка Лиля. Они снимали летсплей, там играли всякие игрушечки, там ми-ми-ми-ми-ми-ми. Потом мы начали снимать туда влоги, но так раз в 3 месяца. Да. Но и сейчас начали активно ним заниматься последние 2 месяца, где-то вот так. Почему вы решили создать канал Дили Плей Влог? Ну, вообще мы создали, потому что Лиля хотела тоже сниматься на каком-то своем канале. Ну и так пошло, поехало, мы его переменяли, и нормально. Самый многозадаваемый вопрос, так сказать, это почему ты уходишь со школы? Я, во-первых, буду переходить на онлайн обучение. Я вообще хотела это сказать позже. Но я решила вам сказать это сейчас, чтобы не было много-много вопросов и засыпанные все комментарии. Я перехожу на онлайн обучение, потому что у меня не всегда хватает времени. Когда я ходила в мою старую школу, я ехала, получается, в школу час, даже полтора иногда. Вставала в 7:30 где-то, нет, не в 7:30, вот 7:20. Получается, с 7:40 до 7 вечера, типа с 7:40 утра, и до 7 вечера меня не было дома. И, конечно же, какие там были влоги, какие там были видосы, я была уставшая и вот. Вообще вечно хотела спать, не высыпалась и так дальше. А как начался карантин, я узнала, что такое домашнее обучение, мне очень понравилось. Меня все учителя хвалили, сказали, что я хорошо... что я хорошо? Я хорошо умею себя организовывать. Что-то кровать так прикрыла, как будто Лиля без труса вышла. Все спрашивали, в смысле на домашнее обучение? В прямом. Там просто легче намного. Во-первых, там можно загуглить дату какую-то. А во-вторых, можно загуглить все, что хочешь. Вот, например, писала я контрольную с биологии, там идти... Здесь там фобуются, запротрофы, трофы, трофы. Это вот вся непонятная дичь, я не понимаю, зачем мне ее запоминать. Зачем вообще на это тратить время? Я просто могу загуглить. И списывать легче. Просто не нужно все учить прям на память, на зубок. Все, что даже тебе не надо будет. Ну, короче, на домашнем обучении намного-намного легче. Но домашнее обучение подходит не всем. Потому что нужно еще уметь себя организовывать. А это уметь не все. А я умею. Я молодец. Так что задавайте еще вопросики. Мне будет интересно на них поотвечать вживую. И всем спасибо за просмотр и до новых встреч. Пока-пока!